Всем привет, это у нас финал Weight Win Cup, и у нас сегодня встречается Point Brawlers против команды GMF. После быстрого кнайфа, который взяли спокойно команда GMF, они выбирают сторону атаки и тем самым хотят загнать в угол своих противников. Это у нас первый раунд уже пошел, и это походу у нас фаст рампы. Рампы у нас будет встречать, кто же у нас будет встречать рампы? Это Хитджофер у нас будет встречать рампы, откидывает Хае, но Хае особо не попадает. Сет забирает винт, Труи и Фростик дают по минусу, Печалька забирает у них спину на радио одного, но его тоже встречает Фростик, и Труи спокойно отстреливает, и Сет дает минус внизу. Очень быстро, кстати, я не успел ничего заметить, довольно-таки буквально за 20 секунд команда GMF раскромсала своих противников, тем самым давая себе еще один раунд. Попытаясь выбить эко девайсов, и это будет довольно-таки очень просто, так как они все понакупали АК, и, видимо, это будет отстрел улицы, тем самым просто выводя на дальнюю дистанцию калаши против юспов. Довольно-таки будет все очень просто. Индиго у нас вышел уже открытый, он дает инфу, что открытый чисто, видимо, это 5 рампы ребята сыграли, нет, да-да-да, они сыграли 5 рампы, они давят улицу, ой, Фростик дает минус на открытом. Эк, ребята на эко-раунде продавили трое, забрали дроп, но не все выжили. Печалька дает минус мейн. Печалька у нас заходит, пытается минус на жопы, но нет, Индиго дает минус. И Индиго дает второй минус, просто в мейне. Ребята просто в панике, но остается один дотер, он дает минус каналку, отлично. Забирает девайс, видимо, он будет врываться на плент. Нет, он хочет сделать сейф. Нет, все-таки он меня услышал, и он будет врываться на плент, но времени мало, он дает минус мейн. Забирает дроп пока и дает второй минус, отлично, отлично, в итоге дает 3 минуса, дотер дает и сохраняет дроп, тем самым выбивает все девайсы противников и подпортил немножечко экономику, но это уже 2-0 в пользу команды GMF, тут уже ничего не исправить одним девайсом. Они берут диглы, дигл раунд, играют от одного АК. И у нас это выход будет, выход будет, выход будет. Фаст рампы. А рампы у нас кто будет принимать? Опять Хитджофер. Хитджофер ловит флешечку прямо в лицо. Прямо в лицо его продавливает. Сет пытался прошить хелпу, но никого там не увидел. Индиго дает минус хелпу. Фростик дает еще минус хелпу. Минус вилку дали, в итоге минус хелпу дали. Отлично. Встречают каналки. И Печалька опять забирает спину. Но как же так, ребята? Печалька опять забирает одного игрока в спину, но он не решил дальше пойти. Ждут ребята выхода с каналок, но Ник, смотрите, как занял Ник. Фростик дает минус правую каналку и трует. Сет пытается продавить Ника, Ника продавливают. Ой-ой-ой, Сет ловит хедшот просто от Печалька, опять же в спину, ну как так, ребята? Как так вы можете отдаваться? Прям... Ой-ой-ой, Фростик дает... Хотел продавить своего соперника Печальку, выбив у него АК. Но нет, Печалька минусует его, и это уже становится 3-0 в пользу команды GMF. Вот так вот просто. Ребята решили за атаку просто разорвать весь дефенс команды Point Brawlers. Вот такими вот простыми выходами. Fast это дает фейк 2 смока, апается. Сет у нас походу будет улицу, да? Сет у нас походу будет улицу. Отлично, запрыгивает с сейфом на скалу. Слышу, что ВП в ангаре, видимо, его сейчас будут продавливать на выходе. Ой-ой-ой. Сет отлично попадает на Труи, добивает его с ХАИ, отлично, выход сейчас будет улицу. Индиго врывается своим АК на открытый, он дает хорошее попадание, дает на Иксе, но Ник срубает мейн, тем самым спрыгивает на желтую, минус, хочет минусунуть еще, но Сет забирает двух на открытом, отлично. Отличный выход, но Хитджофер сейчас отдает две флешки на открытый и уходить будет. Индиго забирает радио и Сет... А нет, опять же Индиго, Индиго какой, смотрите, у нас... Хитрюга, все фраги позабирал своих тиммейтов. И тем самым у Индиго уже 5 к 2. Отлично, довольно-таки отлично. А нет, даже 6 к 2 у Индиго. Довольно-таки классно. И у нас, походу, еще один эко-раунд от команды Point Brawlers. И они хотят, видимо, продавить рампы с хаешками. И у них это, скажем так, неплохо получается. Они немножко коцают Индиго. Индиго врывается на нуле, дает Хитджофер минус, Печалька... А нет, это Печалька минусанул 0 у нас, и Хитджофер выбил девайс один на рампах, у нас ситуация 2 в 3. Остается Рябан, Сет и против трех игроков дефенса.
Они пытаются выйти на открытый, но ее и Гринли Ниндзя пытался поджать, неожиданно взять на нежданчик, но не получилось. Сета просквозили с рампов, отставили ему 73 хп. И у нас, походу, план поставили на открытом, и все, и у нас будет выбивание девайса. Ой-ой-ой-ой. Рябан пытался впрыгнуть вниз, мы его там встретили, но он спокойно разобрался с противником. И ситуация 1 в 1. Рябан 16 хп против Хиджофера, 30 хп. Что же сейчас будет, неизвестно. Инфа есть. И он, скорее всего, будет шить снизу, как я понимаю. Хеджофер 1 хп, а он идет на сейв. Рябан, конечно, не в курсе, что это будет сейв. Он думал, что это будет минирование, и он хотел снизу прошить, но нет. Не будет тебе твоих секретиков, хитрюшечка, просто маленькие. Вот так вот спокойно команда GMF берет пятый раунд в свою копилку. Это счет 5-0. Смотрим по пингу, что как у них. Ну тут по пингу, конечно, колоссальный, просто колоссальный бонус у команды GMF. Это тут троих ребят просто пинг 5 и одного 40. А у команды Point Brawlers, команды пинг, конечно же, 46 средний. Ой, с этого особо попытался дать минус на рамбах, но это не получилось у него. Он на малом железе что-то бегает, будет, видимо, больше 9. Ник у нас прошивает. А забирает он, как я понял, скрип, да? Да, скрип, почка вышла. Хеджофер дает своему хае под ноги. Дотер дает минус. Трое на рампах и. Когда у нас будет выход, у нас будет пытаться выйти открыто, потому что пачка легла просто у нас около правой каналки. Сет дает минус 9. Отлично, дали минус 9. Ой-ой-ой, смотрите, выход на открытый. Дэнс дает минус, спавн второй. И Гринли Ниндзя у нас заходит в спину. Ставится плент, конечно же. Дотер занимать будет девятку. Гринли Ниндзя. Давай, отличный минус дает у нас сета. Сет выбили АВП. Это довольно-таки печально. Инфа по него пошла. Один пошел вниз уже, конечно же. Здесь инфа минус дали за А3. Гринли Ниндзя просто смело спускается вниз. Он понимает, что... это будет прострел. Шьет, но не попадает. И спокойно дотер минирует плент, но Рябан врывается и дает минус дотера. Ха-ха-ха, пишут команды дефенса. Да, я с ними абсолютно согласен. Это счет у нас 5-1, и у нас, походу, заходит пятый игрок. Нет, у нас не заходит пятый игрок команды GMF, он просто вылетел. Вот так вот, спустя 5 раундов, команда GMF все-таки вырывает. Это у нас, походу, пас рампы, будет дотер принимать рампы. Нет. Это Индиго так пошумел на рампах, предупредил ребят, что если сунетесь, я вам нос оторву. Но нет, он все-таки дальше не пошел. Это, походу, холд улица, они пытаются выманить на девайсы. Индиго дает 2 минуса, просто 2 хэдшота дает просто на рампах, тем самым давая своей команде проход на рампы. Индиго дает 3 минус. Каналку рядом забивает улицу, и у нас остается один Гринли Ниндзя. Что сотворил просто Индиго на рампах, это просто невероятно. И у нас Дэн стоит АФК, но это уже хорошо, что зашел пятый игрок. Понаблюдаем у нас за Гринли Ниндзя, он будет выбивать девайсы на туннеле со спины, попытается продавить парочку девайсов, чтобы подпортить экономику своим противникам. Но я думаю, вряд ли это у него получится, так как его уже будут здесь контролить. Скорее всего, просто его заберут. Да, тру его спокойно контролил, он уже прочитал эту ситуацию. Пару раундов натыкались на такое, но третий раз, конечно, ребята не купились. И это счет у нас 6-1 в финальном матче GMF против Point Brawlers. Это идет финал за первое место. И ребята поборются за звание лучшего. Все, Дэнс у нас переименовался, он полностью. Так, это очередной эко-раунд от Pink Brawlers. Они продавили желтый, продавили скрип, просто выбили пачку прямо на нуле. Дэнс такого не ожидал. Сет забрасывает хаену, ему дает в голову просто отличный заход на ноль, просто заход на ноль. Печалька дает минус инсайда, он остается один. Один, но его быстро продали. Но это быстро, спокойненько выбили эко-раунд. Но печалька немножко подпортила жизнь. Дал минус, даже 2 вроде. Это у нас 7-1 в пользу команды GMF. По статистике у нас все довольно-таки нескромно, я бы сказал. Ну, команда GMF Индиго, конечно, отличается от своих соперников. Он настрелял 13 фрагов, и Рябан настрелял 11 фрагов к 3, Индиго к 4. Это у нас выход рампы. Опять же, под флешечки вышли, халпу просквозили. Гринли Ниндзя осталось... его забрал Рябан, вообще где Рябан вообще посмотрел. Ой-ой-ой, как нашили просто дотера. Дотер вообще не ожидал такого. На вилке у нас остаются 2 игрока.
на открытом дали минус все, два игрока у нас остались внизу, их просто поржали, не оставляя никаких либо шансов, ставил плент на открытом. Ну что, ребят, будете выбивать, печаль у нас как всегда уходит в туннеле, рассчитывая здесь срубить кого-нибудь, полазить по трубам, ему это нравится. Хеджеха дает минус, его разменивает Дэнс довольно-таки быстро, но главное, что с диглом он выбил АК, но Дэнс подбирает это АК, печаль у нас остается 1-4. Это у нас будет 8-1, видимо, в пользу команды GMF. Вот так вот простенько команда GMF расправляется со своими соперниками, не оставляя им никаких либо шансов. Ну как, один раунд им, в принципе, отдали, но я считаю, что это слабовато. Ну, довольно-таки сложно играть за дефенс здесь, потому что постоянно перетяжки, либо фасты под флешки, довольно-таки все очень просто. И счет у нас 8-1 в пользу команды GMF. Опять же, напомню, он так-то накидал много накидал у нас диглов. Видимо, так вот смело они решили. Это у нас будет куда? Куда у нас будет выход? Опять три улицы будут выходить на хеджопера. Хеджопер у нас будет... Дотер у нас минусует рампы. Индиго так... Ой, хеджопер у нас минусует ангар. Так стоит за трубой, стреляет потихонечку, помаленечку. Вот, его уже дали инфу, что есть в ангаре один, его походу будет сейчас прожимать, но нет, они играют спокойно, аккуратненько, просто... Ой-ой-ой, Дэнс спокойно ставит хедшот просто хеджоферу. Хеджофер не ожидал такой агрессивной игры, он думал, там будет холд, его будут уцеливать, он на агрессию сыграет, но нет. Ник у нас дает где-то минус, скрип у нас Ник дает флешечку, скрип. Есть инфа, что около скрипа лежит пачка, дотер минусует улицу с АВП, остается у нас один сет с АВП на улице, но ему тут спокойно печалька ставит отчет из желтка, и у нас уже счет 8-2. 8-2 в пользу команды GMF, но экономика... Неужели у нас такая печальная экономика, что у нас команда GMF не все при закупе? Видимо, Дэнс без закупа, он, как я видел, сбежал с блоком. Гринли Ниндзя, он будет принимать рампы, да-да, это выход рампы, Гринли Ниндзя, фу, он просто откидывает, что будет смог. Труи минусует дотера, быстрые размены, Труи минусует еще Гринли Ниндзю, и Дэнс забирает улицу Индиго, где-то минусанули, где минусанули Индиго? Видимо, в желтый, да, он вышел в желтый, хеджофер минусует рампы, еще один проходит рампы, рядом забирает просто хеджофера, спокойно, у нас остается один ник, ситуация 2 в 1, он может кого-нибудь нашьет нанизу, нет, не нашивает никого нанизу, но... Я сказал, ситуация по ХП в пользу Ника, но ему трудно будет выбить двух игроков команды атаки, конечно, на нижнем планте, потому что ему, у него заход не особо богатый. Ой, он дает минус Ребена за левой дверью, и у нас остается, видимо, один Дэнс. Дэнс у нас, видимо, окварим, и Ник это прочитал, но 4 ХП под 14, это просто будет. И спокойно Дэнс ставит хедшот Нику, пока Ник пытался... тихонечко разминировать плент, но нет, это счет у нас 9-2 в пользу команды GMF, и у нас как-то скромно у нас закуп у команды Point Brothers, Point, почему-то я говорю Point Pink. Pink Brothers, извините меня, ребята, пожалуйста. Извините меня просто за ошибочку. Бывает, не смотрел, просто немножко подустал. Ой, Индиго дает минус на фонаре просто. Хеджокер разменивает его с дигла. Отлично, вы вышли на открытый. Инфа уже есть. Ник дает две флешки. Видимо, это сейчас будет фаст заход. Он думает зайти. Нет. Но его с мейн на контроле Ребен забивает. Где-то он забивает игрока одного. Второй забирает девятку, у нас остается один джокер, 19 хп с диглом на рампах, 1-4 ситуация, да, шлет 3-4, что-то великолепно, это мало вряд ли, Дэн спокойно забирает его на радио. Вот так вот просто, со счетом 10-2, команда GMF разрывает своих соперников в финале, тем самым, в принципе, мне кажется, ставит точку, но интересно будет понаблюдать за второй половиной этого матча, так как там будет самое интересное, самое жарелое. Пока просто противник Гринли Ниндзя дает где-то минус, а жизнь дигла дает минус рампы. Вот так вот Дэнс агрессивно решил ворваться, и кто-то ловит ХАЕ из команды, это я вообще дотер. Он ловит ХАЕ почти что под ноги, Ник минусует, у нас где-то скрип, видимо. Нет, он ворвался в желтый дом, минус. Прямо отлично откидывает флешку, выходит на открытый, дает минус девятку, рассчитывал дать, но там хеджофер был труй, сейчас будет взрываться на девятку, и видимо давать минус хеджофера. Ну да, так и есть, он забирает первый спаун хеджофера.
И у нас остается ситуация 2 в 2. Ой-ой, печалька, видел. Видел, что кто-то прошел под 9. Ой-ой, я что-то красиво спрыгиваю с девятки, дает минус вообще дотера. И true. Инфа у нас по печальку нету, но смотрите, если печалька сейчас зайдет, по-моему, очень отлично, отличная печалька сейчас зайдет, походу. Заберет дров второго минуса нет. Но пачка видит, видит же, пачка лежит. Где ты? Что ты? Как ты его не увидел? Он спал, он упал. Нет, он уже внизу. Сет 27 хп. И он не прочитал, что его соперник спрыгнул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что сейчас будет? Что сейчас будет, ребята? Печалька. У него какая-то, видимо, интуитивная игра, что он постоянно заходит к соперникам в спину. Видимо, настолько он хорошо читает игру. Дает свое АВП, честно выбитое, скидывает своему тиммейту, который, видимо, сейчас будет вставать в улицу. И это эко-раунд, видимо, от команды GMF, первый эко-раунд. Это счет у нас 10-3. Индиго уже продавил рампы, дал, как всегда, хэдшотик. Врывается он на рампу под флешечку, но нет. Не получается у него, эта печалька где-то даже дает минус, печалька дает минус рампы, так злостно принимает он труя. Все, так атака остановилась, сейчас у нас 10-3. Ой-ой-ой-ой-ой, Индиго, что смотри, халтовая пролагнула, и у нас террористы взяли 11 раунд. И счет у нас в итоге 11-3 в пользу команды GMF, сегодня они начинают за атаку, и они уже идут со счетом 11-3, но в принципе, если знает GMF на наших турнирах, то я точно уверен, что за дефенсом не составит проблемы добить остальные раунды. Пытается нашить, Дэн ставит минус 9, а нет, минус улицу, минус улицу, Дивла спокойно подбирает дроп, видимо, он будет врываться на открытый, да, так и есть, он врывается на открытый, но его тоже встречает печалька. Ник его дает минус Дивла, улицу минусует дотер, печалька минуснул рампы с ХЕ, и у нас остается ситуация 2 в 4. Вот так вот у нас ребята уже остались в меньшинстве. Буквально за 30 секунд вся ситуация изменилась. А что же у нас сейчас предложит команда атаки? Что они попытаются сделать? Попробуют выбить рампы, да, с АВП, видимо. Рибан отдает флешки, Рябан. Что же, да, это он будет, походу, продавливать рампы потихонечку, так как плент у них есть. Да, пачка у них на руках, но рампы будет встречать, у нас тут подло, печалька так засел на танцполе, но Индиго дает ему фазум с полуметра, и у нас врыв будет на нижний плент, и кто же у нас нижний успеет встретить, не успеет. Ник у нас уже на вилке. Дотер, смотрите, как халдит. Дотер вовремя по таймингу ловит своего противника, он думал зайти под флешечку, но нет. Он хорошо ловит по таймингу, дает флешечку под выход своему сопернику. Ой, Рябан где-то у нас минусанул, идем каналку. Ситуация 2 в 1, хеджофер минусует на вилке Индиго, и он остается один, бедняжка Рябан. Но плент стоит, видимо, прочитали, что он будет в туннелях. Да-да-да, прочитали, что он будет в туннелях, и дают ему отличный килл просто. И спокойно, видимо, забирают плент. И у нас это будет 11-4. Это у нас сейчас будет переход. Сейчас там 11-4, GMF вот так вот спокойно вырывает. Вы сейчас можете посмотреть на пинги еще раз, если вам интересно. Вот так вот у них по пингу. Все довольно-таки печально у команды Pink Brawlers. Вот так вот у них печально все. И дают лайф рестарты. И у нас сейчас будет команда GMF в меньшинстве. Да, у нас команда GMF опять в меньшинстве. Кто-то опять вылетел. Сет поменял ник на «Прости меня». Видимо, он извиняется перед кем-то из своих тиммейтов. Либо перед противниками. Это у нас фаз будет открытый. Хеджофер врывается на открытый, дает минус за А3, просто Рябана собирает, но, прости меня, разменивает его просто на мейне. Дэнс дает еще минус где-то. Дико врывается на плент, остается ситуация печалька, 3 хп, остается 1, и он, походу, уходит вниз. Он понимает, что ему все без каких-либо шансов. Как-то халтур у нас пролагнуло, и мы как-то не заметили, что вся атака легла очень быстро и без шансов. Вот так вот. Ну что, печалька, что ты нам продемонстрируешь? Он, правда, сам не в курсе, что делать. 3 хп, 4 противника, а не 3 противника, 3 хп. По хп на противнику, видимо. Только так.
ой-ой-ой, кто-то пытается его отстрелить в каналке, но довольно-таки неудачно. Это Индиго был, да, Индиго спокойно ставит ему одну пульку в тело, и Дэнс у нас разбивается в каналке, и довольно-таки печально. Это счет уже 12-4 в пользу команды GMF против Pink Brawlers. Довольно-таки очень рассыпается команда Pink Brawlers. Я бы советовал ему поднапрячься, потому что ребятам нужно выиграть. Все-таки финал. Ребята решили постануть на рампе. Индиго ворвался просто в этот смог. Просто Хеджокер забрал его спокойно. Труи тут достреливает с дигла, но смог не попадает ни в кого. Видимо, нет, он, скорее всего, попадает рябом. Рябом ставит с какой-то пукалки, просто дает минус 2. Труи сейчас забирает один килл с ХАЕ. У нас остается опять печалька 1 в 1. 1 в 4. 1 в 1, хотел сказать. Но нет. Все-таки просто быстро команда GMF разорвала почти что своих противников. Осталось 3 раунда, но, как я говорил, команда GMF очень отлично действует за дефенс и довольно-таки сейчас просто забьет оставшиеся 3 раунда, может, даже не давая шансов сопернику. Ну что, у нас бай. Бай у команды Pink Brawlers. Они берут бай, и это у нас будет сейчас, скорее всего, фастовый выход. Да, это выход желтый, почти меня занимает плент. Не-не-не, они спокойно занимают ноль. Печалька дает мне на желтую, за что прости решил зааркадить, но неудачно. И Трой решил зааркадить, тоже неудачно. Робан, Рябан решил зааркадить, тоже неудачно. Индиго кого-то встречает на рампах, дает минус. А там оказывается пачка, и Индиго дает еще один минус. Денса разменивает. Индиго дает третий минус в голову. Просто невероятная стрельба у Индиго. И у него ситуация 2 в 1, у него 40 хп, пачка лежит у него, и он контролит. Нет, нет, он не дает 4 минус, и это у нас не будут мовики демки. Вот так вот. Поздравляем, дефенс. Еще. А, нет, это у нас не дефенс. Я не поменял местами, сори. Вот так вот у нас, 5-13. Как быстро всех раскидали, я даже пока не пока следил за счетом, остался у нас один Дэнс. У нас ситуация была 11-4. Сейчас получается 13-6. Да, 13-6. Отлично, вот у нас 13-6 счет. Так как первая половина у нас закончилась со счетом 11-4, и сейчас у нас идет по счету 2-2. Получится 13-6. Это у нас будет фаст открытый, видимо, они решили... А, нет, они ждут поджима. Хеджокер пытался нашить девятку, но никого здесь не увидел. Тут ребята плотно с дивами заняли желтую. И вот она понеслась просто на открытый. Но тут встречает диглы, просто спокойно продавливает. GMF, SS, считается 3 в 3, 2 размена дали, отлично. Ну, смотрите, какая хитрая позиция у Дэнса. Он сейчас, походу, даст минус, и это довольно-таки минус будет ключевой в этой... в этом размене. Но нет, Хаджофер забирает, и Дэнс ловит флешечку, и его все остановили. Ой, Хаджофер на припаре забирает, отлично. И Дотер последний килл забирает после того, как прости меня, забирает его тиммейта. Это у нас счет уже. Так, надо поменять, что-то я путаю. Отлично. Pink Brawlers уже берут 7-й раунд, это у нас счет уже 13-7, Дэнс минусует выходящего, видимо, из желтой. Вот так вот, подлым образом говорит, ты не выйдешь, Хеджокер нас отстреливает. Открытый плент дает еще один минус на открытом пленте, и Индиго остается в девятке, прости меня, у нас остался внизу, но это, ой, даже с АВП, вот так вот, мобильность отрубили, но он не дает 2 минуса, остается Фензер один, просто Фензер остается у нас один в два, но инфы про Фензера никакой-либо нет, его, скорее всего, будет сейчас чекать, и он на чеке, скорее всего, одного заберет. Давай, Фензер, мы в тебя верим. На планте у нас стоит один игрок. Ой-ой-ой-ой, не попадает, это выкер, не попадает, это выкер, пытался подавить, сейчас остается один девятка, и Фензер уже понял всю инфу, и вся инфа есть про Фензера. Скорее всего, сейчас будет контролиться скрипс. Да, прости меня, прочитал это выход. Видел модельку и так далее. И спокойно попадает у нас во Френза. И вот так вот, Френза, прочитали все твои действия. Довольно-таки были понятны. И это еще один раунд в пользу команды GMF. Это у нас счет уже сейчас идет. Ой-ой-ой, Хеджофер у нас настрелял 10 к 5. Как его тиммейты пока что немножко летают во сне.
14-7, ребята. Дотер пытается нашить девятку, но не попадает, не попадает никого. Это ребята у нас попадали, я думал их похелили. А нет, это ребята у нас просто попадали. Вот Ряба у нас будет принимать на желтке. У него это будет, скорее всего, труй-труй врывается под флешечку, но он никого не видит, включает его, просто Джокер дает ему спокойно сока с полуметра в тело, просто расстреливая его бренное тело. Ну что же вы, ребят, покажете, что же вы так долго? Дэнс спокойно забирает спину на рампах, Ник минусует то лицо, а Вэпера у него как-то не заладилось, все дела. Индика дает где-то минус, минус он дает скрип. Пострелял смог, нашел Френза, там Френза просто словил все пули. Дэнс у нас минусует рампы, минусует пачку, дает своим интимейтам инфу, что пачка на рампах, дотер у нас забирает скрип, Индиго, видимо, так жадный вот Индиго, кто решил поджарить просто, но ему не дали никаких-либо шансов. Ой-ой-ой-ой-ой, как отлично здесь, ой, Ник зажал, зря ты, дружище, зажал, хватает плента и убегает. А нет, они решили подавить рампы. Вот если бы не зажим Ника, тогда бы точно, я думаю, что это был бы минус, и тогда бы уже было бы гораздо интереснее наблюдать, что сейчас произойдет. Дэнс у нас 22 хп, дотер у нас... Ой, смотрите, какая позиция отличная у Рябана. Сейчас он сейчас может сделать... Ой, отлично, отлично, на реакцию ловит просто Рябан дотера, вообще великолепный хил, я бы сказал, и 10 хп настоял Ника, он минусует мейн, но инфы про каналки нет, но про Ника есть инфа. И план стоит, Дэнс довольно-таки очень все печально. Ой-ой-ой-ой, Дэнс, молодец! Молодец. Вышел, не растерялся, диффуз сделал. И это еще один раунд команде GMF. Это, как я понимаю, last. Last раунд, ребята. Счет 15-7 в пользу команды GMF. Я опять же напомню, это финал Way to Win турнира. Сегодня у нас встречаются GMF и Pink Brawlers. Финалисты этого турнира. Ой, Рябан у нас уже где-то дает минус. Это минус скрип. Ряба на иксах засел, он хитрым образом забирает второго хеджопера. И тут, прости меня, врывается, забирает Дэнса на рампах, видимо. Прости меня, где прости меня? Забирает скрип, видимо, с козом забирает Индиго, минусует рампы. А нет, минусы желтый прям нагло, так на Ника уже выходят все. С нуля Ник дает 2 минуса. Ситуация 2 в 1. Про Ника есть инфа. Ой-ой-ой, кто-то там завтыкался в ВП, видимо, желтый, и это был у нас... Прости меня, он так не ожидал, что так быстро соперник на него выйдет, он ложит смоки. Надеюсь, выйти под смок, но это только себе делая минус тем самым. Ну и спокойно трое забирает. Эй, и первое место у нас занимает команда GMF, поздравляем их, конечно же. Это был с вами Артём Лаевский, это был финал Way to Win Cup'а. Поздравляем команду GMF с первым местом, поздравляем команду Pink Brawlers со вторым местом. Всем удачи и...